Привет! Вы на канале Leonardo the American Boy. Мы пришли в ресторан на дедушкин день рождения. А перед нами стоит старинная машина Ford Model T. T Model. Это правильно, это T Model. Смотри, какая она классная. Лео, это не наша машина, мы не можем открыть дверь. Пока машина здесь стоит, а мы пойдем El Restaurante. Restaurante — это буфет, кстати. Ешь сколько хочешь, без лимита. Golden Corral. Buffet and Grill. If you want to come and go around here, you better just whenever you can, please. Ланч стоит $9. Берем лед. Берем воду. Лео взял себе стул сам. High chair. How you doing? Two. How old is he? 3, so when 3-year-olds eat for free, and if you want to get him something to drink, it's for free as well, too. Nice! So, $21.58, please. Thank you. Так, Лео, let's go. 150 наименований. Так что, добро пожаловать. Tortilla chips. Здесь мы делаем тако. А здесь перец. Beans. А здесь что-то жарят. Здесь breakfast. Завтраки. Здесь что у нас, Настя? А, это все breakfast. French dressing. Блинчики. Здесь у нас жарится, все, красота. А вон дядя жарит, смотри. Идем дальше, Лео. Что мы здесь видим? Вот здесь вкусные вещи. Бекон. Scrambled eggs. Омлеты. А здесь мясо жарится. Здесь у нас бекон, хэм. Смотри, какое мясо. Говядина. Оладушки. Здесь масло разное. Сыры, майонез. А здесь у нас картошка. Печеная картошка. Салаты. Сейчас после ланча мало чего осталось. Начо чиз. Чиз соус. Хлеб. Курица, фрайс, onion rings, это вкусная вещь. О, вот это вкусняя, надо будет попробовать. Картошка. А здесь у нас белый рис, перец, картошка еще раз, ranch beans, макароны, еще раз картошка, рис. Здесь у нас барбекю, чипсы. Лео, смотри, чипсы. Надо попробовать чипсы. Бери. Не хочешь? Ну, тогда я сам возьму. Вот здесь фрай и салат. Люди наслаждаются, кушают. Давай посмотрим полезную пищу. Смотри. Здесь у нас бананы, фрукты, белый сыр, а, пошли салаты. А здесь добавки к салатам. Маленькая кукурузка, печенье, соусы различные. Сыр, брокколи. Столько всего, я даже не знаю некоторые вещи. Это вроде бы спинач. А вот добавочки. Ну, даже маленькие креветочки, яйцо, сухарики, огурчики, лимон, фасоль, салаты. И здесь у нас супы и к супам добавки. А здесь у нас сок. Любой сок добавляем. Лео, мы пойдем. Мы сейчас наберем все это. Сейчас мы просто на нас. Смотри, какие маленькие sugar cookies. Вау, Лео!
смотри, шоколад. Я думаю, ты это хочешь попробовать. Хочешь? Берем клубничку и макаем ее. Шоколад. И теперь иди сюда. Хочешь попробовать? Иди сюда. Давай. Еще раз. Все, папа доест дальше. Еще. Здесь у нас, смотри, сколько еще сладостей. Шоколадок, маршмеллоу, джелло, смотри, Лео, джелло. Пирог, торты, торты. Смотри, вот еще сколько всего. Столько сладостей, что я не могу просто насмотреться. А здесь мороженое. Смотри, вытаскиваешь пакет, стаканчик и здесь набираешь мороженое. Но мы это потом наберем. Иди сюда. Анечка, посмотри налево. Шоколад клубничный. А посмотрите, что Аня себе набрала. Аня не скромничали. Итак, папа съел только что и мексиканскую порцию. Сейчас я набрал итальянскую порцию. Потом дальше пойдем. А мама все продолжает свою. Алло, что ты кушать хочешь? Пока ничего. Следующую мы взяли Asian, азиатскую кухню. Это скромно, чтобы все влезло. Лео продолжает балдеть. Ему принесли горячее какао. И он ждет, пока остынет. Приступаем. А сейчас мы смотрим на breakfast вместе с грилом барбекю. Понимаете, я очень мало взял, чтобы не влезла еще остальная кухня. Меня. Сейчас мы смотрим на вареные овощи с чизом. Вмакиваем овощи в чиз, и получается очень вкусно. Сейчас мы будем пробовать. Мы смотрим на мясную порцию. Обычный обед. В основном с мяса, различных кусков мяса. Я всего по минимуму взял, потому что у меня еще осталась морская продукция и салат, а потом сладости. А сюда, в эту порцию, мы взяли морепродукты с картошкой, fish and chips, рис. И там целые куски рыбы валяются. Я просто кусочек маленький оторвал, чтобы просто почувствовать их. Итак, друзья, мы смотрим на фрукты. Ананасы, апельсины. Кстати, джелло бы не помешало. На овощи у меня не хватило сил, такое поэтому сейчас фрукты. Что такое есть? Джелло. Ну, типа, куда будем? Сладостью мы еще подойдем. И сейчас мы смотрим на сладости. Абсолютно не все. Это те, которые я посчитал, я могу съесть. Джелли. И клубника в шоколаде. Маршмеллоу в шоколаде. Печенье. Поняла, но у меня мороженое скатилось и упало. Давай я тебя подержу. Но, ты мне опрой, а я буду делать. Итак, делаем самодельный торт. Поехали. Happy birthday to you, dear papa. Или дедушка Ваня. Happy birthday to you. Лео, хлопай. Мы покушали. Ты наелся или нет? Ева. Лео абсолютно бесплатно. До 4 лет. А это типа. Thank you very much. Спасибо всем, что вы были с нами. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Bye-bye. Bye.